Добрый вечер, РФТОВ. Сегодня 13 февраля 2022 года. Вы послушаете информацию на относительно легком иврите. Это будет язык шестого уровня сложности по стандартам нашего канала. Текст взят из канала Хадшон. Это новостной канал Министерства образования Израиля. Сначала мы послушаем диктора, а потом я разберу. ישראל קוראת לכל הישראלים השוהים באוקראינה לעזוב את המדינה מיד. ישראל מחזירה מאוקראינה הביתה את משפחות הדיפלומטים הישראלים ואת שליחי ההוראה. יתפיר הסבירום. ישראל קוראת לכל הישראלים השוהים באוקראינה לעזוב את המדינה מיד. Израиль призывает всех израильтян, находящихся в Украине, покинуть государство или покинуть страну немедленно, покинуть эту страну. Обратим внимание, здесь слово «шоге» во множественном числе «шогим» – это «находится длительное время». Мы переведем это как «пребывает». Шухим пребывают, находятся. Обычно этот глагол используется по отношению к людям, которые находятся на территории другой страны, не граждане этой страны. И напоминаю вам, что если мы прибавляем к глаголу определенный артикль, то мы превращаем этот глагол в, например, прилагательное или причастие. В данном случае «аисраилим ашухим» – это будет «израильтяне», находящиеся или пребывающие в длительный период находящиеся. Обратим также внимание, что в нормативном иврите, в произношении, нужно сказать «лехоль аисраилим». В обычной речи это не соблюдается, и в обычной речи говорят «леколь аисраилим». Не «лехоль», а «леколь». «Лаазов» – «покинуть», «оставить». Следующее предложение. Исраэль махзираме Украина абайта. Израиль возвращает из Украины домой. Эт мишпехота дипломатим. Семьи дипломатов. И мы обращаем внимание, что слово мишпахот, семьи, если это первое слово в смехуте, в сопряжении, то вместо мишпахот в нормативном иврите нужно произнести «мишпехот а дипломатим». На практике это не всегда все соблюдают, и мы на слух даже не всегда различим «мишпехот» или «мишпахот». Поэтому многие произнесли бы «мишпахот а дипломатим». И это не воспримется как ошибка. «Эт мишпахот а дипломатим а исраилим» – «семьи израильских дипломатов». «Вээт шлихей а ораа». Слово «шалиах» – это посланник, тот, кто направлен, например, по работе, в командировку, например, или для выполнения какой-то задачи, миссии. Во множественном числе «шлихим» – посланцы. И если это первое слово в сопряжении, то вместо «шлихим» у нас получается окончание «шлихей». «Шлихей аораа» – те, кто послан для преподавания. То есть учителя в командировке, условно я перевожу. Ораа – это преподавание. Чтобы нам было понятно, откуда это слово появилось, от какого корня, мы свяжем это со словом море. Море – это преподает или указывает. Ораа – это указание или преподавание. Шлихей аораа – те, которые там находятся для преподавания. Это могут быть и представители Сахнута, например, еврейского агентства, или представители Министерства образования, которые там преподают, учителя, находящиеся в командировке. Я очень надеюсь, что это было несложно и понятно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.